В Жамбылской области в этом году на реализацию проекта «Аула Маната» выделили 24 миллиарда тенге. На эти средства сельчане открывают свой бизнес и увеличивают собственные доходы. Этот проект по поручению главы государства был запущен в регионе впервые несколько лет назад, а теперь он реализуется по всей стране. А преимущество госпрограммы в материале Ильдара Гизатуллина. Проект «Аула Манаты» был запущен как пилотный еще в 2019 году в 10 сельских округах Жамбылской области. За несколько лет он показал свою эффективность. Масштабировать данную программу поручил глава государства на расширенном заседании правительства. Один из тех, кто получил поддержку в рамках проекта «Аула Манаты», житель Таласского района области Булатбек Тлебергенов. На полученные средства он открыл откормочную площадку и сейчас активно развивает собственный бизнес. 6 миллионов шекетте. На открытие откормочной площадки ушло 6 миллионов тенге. Эти средства были выделены в рамках программы «Аул Аманата». Весной я еще закупил соответствующее оборудование. Провели сюда газовые трубы и бетонирование. Это сделано для создания условий животным. Также в рамках поддержки от государства в селе открылась станция технического обслуживания. Ее владелец Бахрадин Рахаев приобрел необходимое оборудование на более чем 3 миллиона тенге. В рамках проекта «Аул Аманаты» я взял кредит под 2,5%, а в апреле я получил 3 миллиона 950 тысяч тенге. На эти средства открыл станцию технического обслуживания. У меня, как видите, много клиентов. Планы по открытию СТО у меня были давно. Проект реализуется по 5 направлениям. Эффективное использование приусадебного участка, развитие животноводства, эффективное использование земель за пределами сельского округа, оснащение кооперативов техника и открытие собственного бизнеса на селе. Этот проект впервые стартовал в Жамбылской области. Сейчас он масштабирован и реализуется по всей республике. В 2023 году в июне дополнительно было выделено 11,5 миллиардов тенге. На сегодня эти средства полностью освоены. 2025 человек профинансировали. Стоит отметить, что следом региону выделили еще 12,5 миллиардов тенге. В целом же на проект «Аула Манаты» в этом году по всей стране предусмотрено 100 миллиардов тенге, что позволит выдать более 17 тысяч льготных микрокредитов сельскому населению под 2,5% и создать свыше 18 тысяч рабочих мест на селе. Ильдар Гизатуллин, Мадияр Салыков, Канат Бахатулы, Галамжан Исинбаев, телеканал Алматы, Жамбылская область.